На конкурс дети читают стихи. Стихотворение Федора Пестрякова «Как было холодно в ту ночь». Читает Юткала Соня, 5 лет. Детский сад номер 2, поселка Маслова Пристань, Шебекинского района Белгородской области. Как было холодно в ту ночь, когда родился он, был мрак и стужу, целый мир как в воду погружен. Перекликались пастухи, страшась в горах волков. В глухом ущелье на привал встал караван волков. Пускай всю ночь метет метель и засыпает падь, но в ясли словно в колыбель кладет младенца мать.